Adik. Technical officials, please set your position. 30 seconds to go. Thank you.
То слезы, если и будут сегодня, то только слезы радости. Здравствуйте! Телеканал «Старт» приглашает вас в Ереван на 101-й чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Это спортивно-концертный комплекс имени Карена Демирчана, где в первый соревновательный день очередной комплект медалей разыгрывают девушки в категории до 49 килограммов. В ожидании захватывающей борьбы вместе с вами Константин Крашенинников. Первая атлетка уже на помосте. Это представительница Грузии Мария Майсурадзе, и уверенно она справляется со своим подходом. Совсем юная тяжелоатлетка, 18 лет, и еще раз повторим и смотрим, как настроилась Мария на этот подъем, но достаточно уверенно. Справилась она со своей задачей в первом движении. Достаточно серьезными, большими силами приехала сюда, Ереван, на чемпионат Европы. Строго говоря, конечно, чемпионат Европы 101, да, но и если учитывать участие женщин такого рода турнира, то он 35-й, юбилейный. Собственно, отсчет здесь идется с разных исторических дат, но и вторая попытка. Оливия Дрзазга. Обратите внимание, по телекартинке 25 секунд у нее остается на подъем, и справляется. Да. Засчитывают судьи. И уже со второго захода польская спортсменка этот вес берет. Еще раз мы смотрим. Боролась там внизу, но и подняла здесь, естественно, свое пространство. Но и с гордой поступью испанская атлетка Мария Хименес появляется на ереванском помосте. 72 килограмма, именно с такой отметки она начнет. Самая возрастная спортсменка, очень опытная, 29 лет ей. Справляется с весом, не без труда. Мария Хименес. 72 килограмм со дебаро, со фора. Вила Загорац, Сербия. Давайте еще раз посмотрим на повторе. Вот и штангу мы с вами зафиксировали. Но вот здесь, да, обратите внимание, какую-то амплитуду все-таки Мария Хименес поймала там внизу. И... Но это Дан Гуен. Жилоатлетка из Ирландии, 26 лет, и у нее фантастическая история. Дело в том, что начинала она заниматься тяжелой атлетикой с кроссфита и вообще является этнической вьетнамкой. Родители переехали в Ирландию. И, собственно, в Ирландии она и родилась. Но я думаю, что даже по экзотической внешности Гуен там заметно, что да, с первым подходом она справляется. Заметно, что на классический облик представительницы Республики Ирландии Дан Гуен не оправдывает. Но зато очень уверенно появляется. Так вот, начинала она заниматься тяжелой атлетикой из кроссфита. И мама была очень против занятий этим видом спорта. Но, собственно, Дэн Гуен уверенно шла к своей цели. И вот мы видим ее здесь, на чемпионате Европы в Ереване. Это Мария Майсурадзе. 73 килограмма на штанге. Сигнал достаточно пугающий, необычный, но зато стимулирующий вот для таких уверенных подъемов. Без взят.
И Мариам Майсурадзе без особых проблем справляется с этой попыткой. Еще раз на повторе посмотрим. Втыкается в помост, просто врастает в него там уже внизу и достаточно акцентированно подловила на штангу. Мария Хименес, Испания, контрумек на хапатрастве. И третий подход. Пусть атлетки. Оливия Дрзазга. Также немного смазала себе планы. Первый подход не удался, но вот третий. 73 килограмма. Да, ну и сама Оливия, посмотрите, улыбается, рада, немного сетует, конечно, не понимая, мол, ну как? Как можно было в первом подходе, ну вот... не справится, и здесь на повторе мы с вами видим, и что все в порядке с раскрытием. И плечами подработала, в общем, все в порядке. Но, собственно, предстартовое волнение никто не отменял. Всего 18 лет. Поиски тяжелоатлетки. Ну, а это... второй подход. Мария Хименес. 74 килограмма. Совсем скоро у Марии юбилей 27 апреля. Ну и, конечно, с высоты ее опыта. Вперед она исправляется со второй попыткой. На какое-то мгновение мы с вами замерли. У экрана Хименес так немного качнуло. Но поборолась она. Промежуточные итоги на вашем экране. Ну, здесь, конечно, лидирующая группа. Атлеток еще не выходило, но и здесь же атлетки из группы Б. Попадает в итоговую таблицу. Ну и тем выше градус соперничества. Ну, конечно, самое... сладкое, самое жаркое нас ждет с вами только впереди. И первое появление Линсу Баяв. 21-летняя спортсменка. Турцию на этом чемпионате Европы представляет 10 тяжелоатлетов. Ну вот, собственно, одна из представительниц на этом турнире, Линсу Баяв. Так, немного небрежно позволил себе откатить снаряд. Да, справляется здесь с весом. Всегда мы с вами, конечно, должны выдерживать определенную паузу. Для того, чтобы убедиться, что все судьи... засчитали эту попытку. Это там Дуен. Ее второй подход. Продолжая ее историю, стоит сказать о том, что там Дуен для того, чтобы отправиться на чемпионат мира 2015 в Хьюстон, работала в ресторане у родителей и еще училась наращивать ресницы. Все дело в том, что поездку в Хьюстон, какую-то ее часть нужно было оплачивать самим атлетом, но, собственно, в погоне за мечтой Тан Гуен работает.
работал. На двух работах и... доказывает вот таким боевым кликом, что заслуживает она быть здесь на чемпионате Европы, а не только на чемпионате мира, на которую она, собственно, в итоге и отправилась. Говорила о том, что было бы неплохо появиться на Олимпиаде в Токио, но в Токио ирландская спортсменка не доехала. Однако стала первой ирландкой, которая приняла участие в соревнованиях. Ну а здесь вторая представительница сборной Турции. Дуйгу Алиси. Кстати говоря, тоже она может побороться за медали. Ну, все, конечно, будет зависеть от выступления. Первый подход. Сложилось такое ощущение, что немного так, знаете, на замедленной съемке. Алиси справлялась с весом, но, собственно, справилась. Вот еще раз нам показывают. Глубокий сет, и оттуда она так оперативно, возможно, где-то поторопилась даже вставать. Ну, так с улыбкой справилась. Заводится так, что даже штанга на какой-то момент откатилась. Да, к сожалению, упускает третий подход Тангуэн. Но согласитесь, это было близко. Штанга была зафиксирована там, наверху, и уже... Дуйгу Алжи, Туркей, please get ready. На хапатрасви, Дуйгу Алжи, Туркия. Финальное мгновение, собственно, за спину роняет Тангуэн. Ну и вот в таком рапиде нам показали несколько крупных планов. Тяжелоатлеты, которые уже выходили на помост. Ну, а это вторая попытка, 78 килограммов на штанге. Пеленцубая. Знаете, очень уверенно. Турчанка здесь вопросов не вызывает. Конечно, по сравнению со своей сокомандницей Дуйгу Алиси, она выглядит несколько скромнее. Однако свою задачу выполняет и очень уверенно работает. Вот посмотрите, внизу там поборолась. Ангелина Ломачинская. Было заявлено у нее 80 килограммов. На 79 выступила для первого подхода украинская спортсменка. На чемпионате Европы 2018 года до 23 лет она стала первой, он проходил в Польше. Ну и вот теперь на чемпионате Европы образца 2023 года Ломачинская достаточно уверенно справляется. Ломачинская действительно без вопросов
Начиная здесь борьбу за медали, а, кстати говоря, она имеет абсолютно все шансы. Еще раз нам показывают промежуточную таблицу. Ну и мы, конечно же, ждем на помосте румына. Именно румынские леди правят бал в этой категории. Дуйгу Алисе. Очередная попытка. С первой справилась не совсем уверенно, но вот сейчас, возможно, почувствовала помост. Буквально с каждой своей рыбки. Вот давайте еще раз посмотрим. Вот здесь, да, казалось бы, уверенность уходит у Алисы, но она навязывает борьбу и свой характер штанге, не отпуская ее, буквально коршуном цепляясь, фиксирует. Если проходиться по персоналиям, в основном это все спортсменки достаточно юные. Самой юной является Оливия Дрзазга. Толстую атлетку мы уже с вами видели на помосте. И вот Перинцу Бояв. Достаточно юно. 80 килограммов на штанге и третий подход. Да. Но здесь, я думаю, что по эмоциям Бояв было видно, что она сама немного с опаской выпрыгивала из штанги. Не успела даже разобраться, что же произошло. Вот ее удивленное лицо. Но здесь, конечно, не раскрылось. К сожалению, Перинцу Бояв. Ну и закончила рывок с результатом 78 килограммов. Սանադողի քաշը դարձնել 81 կիլոգրամ, Անգելինա Լոմաչինսկա, Ուկրաինա, երկրորդ մրցակցում։ Ломачинская, ее вторая попытка, 81 килограмм. Напамятом для нас чемпионат Европы 2021 года. В Москве она, кстати, впервые в карьере завоевала малую бронзу в упражнении рывок. Good lift, Ангелина Ломачинска, Ukraine. Каштарта на кривате. Ну и здесь Ангелина поборолась. За свою вторую попытку пробовал туда воткнуться. В финальной части движения, но и, собственно, штангу ей удалось зафиксировать. На Дуйгу Алиси. Третий подход, 81 килограмм. Нужно справляться с весом для того, чтобы навязывать борьбу. Империо, Камбэй.
Чинджери еще не появлялись на помосте, но, к сожалению, не справляется. No lift for Duygu, Alishi, Turkey. Форт. 82 километров. Duygu, Alishi. Да. First attempt for Giulia Imperio, representing Italy. Заразовый каша, 82 килограмм, Giulia Imperio, Италия, Арачин, Мотецум. Но две попытки получалось. У турчанки справиться... Оглянулась она на штангу, было близко ее счастье, но вот пойди локоток да укуси. Не удалось. И вот сейчас пытается собраться итальянка. Конечно, это драма. Однако не покорилась ей штанга Giulia Imperio. Ну неужто второй ноль? В этой категории мы с вами увидим. Пожалуй, достаточно. Giulia Imperio. Третья попытка. Все хорошо. Сквадра Адзура остается на связи. Да, с третьей попытки. 83 килограмма. Ну, конечно, Imperio очень серьезно осложняет себе задачу. Бороться итальянке сейчас будет тяжеловато. Расстроена она и... Ну, а это Михаила Валентина Камбей. Если хотите, Месси в этой категории, очень титулованная, но вместе с тем молодая спортсменка. Трехкратная чемпионка Европы среди девушек. Бронзовый призер чемпионата Европы 2021 года в Москве. Ее первый подход 85 килограммов. Если у вас вопросы, не думаю. 85 килограммов. Михаила Валентина Камбей. Без вопросов. Фактически подписывая себе. Чемпионство в первом движении. Делать все в том, что своим первым подходом достаточно высоко она задирает планку. Ну и, собственно, борется только сама с собой. Но, собственно, может себе позволить. Напомню, что рекорд в рывке 96 килограммов. Принадлежит он китаянке Хоу Джихуэй. Пикселила на его на чемпионате Азии в Ташкенте, но... Думается, что... Михаила Камбей имеет все шансы. Возможно, даже этот рекорд превзойти. Вторая попытка. Михаила Камбей. 90 килограммов на штанге. 90. Держит. Умничка. Благодарит штангу, благодарит публику и фиксирует рекорд Европы. Хашнарта нагрывается. Но рекорд по кумбаржицуну. И на сун килограмм. Михаила Камбей вот так притопывая, прихлопывая. Михаила Камбей, ее третья попытка. Thank you.
Ну что, мы с вами сегодня увидели как минимум две драмы. И рискуем увидеть два европейских рекорда подряд. Михаила Камбей. Третья попытка, 92 килограмма на штанге. Сдержала! Ну что за румынская красотка! 92 килограмма! Есть! Рекорд Европы! Արգելիներկաներ, մենք 10 րոպեից կշարունակենք մրցումները, արդեն կհետևենք հրմանը։ А как хочется, чтобы всё получилось. 88 kg on the bar, thank you, loaders. First attempt for Maria Mazurace, Georgia. Ծանազողի քաշը 88 kg. Бронзовая призёрка в своей возрастной категории на чемпионате Европы 2022 года в Тиране. Да. Случается и так. Мария Майсурадзе. Первая попытка. Во втором движении 88 килограммов на штанге. Работает очень-очень уверенно. Да, не без огрехов каких-то. Была там ошибка в одном из подходов. Поднимается и... Да. Good lift, Maria Mazurace, Georgia. Справляется спокойно, одобрение тренерского штаба получено. Ну и, собственно, сама Мария Майсурадзе... Выглядит достаточно уверенно. Конечно, очень важно вот эту первую попытку поймать. Это и с психологической, и с физической даже точек зрения. Очень важно для каждого атлета. Радмила Загородц. Пока... 4 подхода по сумме двух движений отпустила. Это пятый. Поднимается не без труда. Хватило бы сил здесь. Есть! Радмила Загородц! 88 килограммов ей покорились, но такое ощущение, что все эмоции, силы, всю энергию она отдала вот этому пятому подходу. Ну и, конечно, все эмоции читаемы. Да, Загородц уже вне протокола. Обратите внимание, вот как раз-таки промежуточная таблица на вашем экране. Слева по телекартинке Загородц вне этого ранжирования. Но все-таки пойдет. На третий подход 92 килограмма. Сложно предположить и представить, как здесь справится сербская тяжелая атлетка со своей третьей попыткой. Ну а на вашем экране Мария Майсурадзе. Буквально недавно ей исполнилось 18, но демонстрирует
Невероятное спокойствие. Сборная Грузии. И вторая попытка Мариам. 92 килограмма на штанге. Затаскивает на грудь, и вот здесь очень важно отпружинить. Прекрасно. Это очень серьезный шаг к поиску себя как спортсменки, спортсменки на взрослом уровне. Это одни из первых соревнований. Ну, собственно, это... Выступление, наверное, будет почвой для дальнейшего роста. Мы только этого желаем. Молодой тяжелоатлетки, ну а это Оливия Дрзазга. Польша. Ну и как мы с вами говорили, с Мариам Майсурадзе, то же самое, и имели они удовольствие противоборствовать на различных турнирах. И вот сейчас уже на взрослом чемпионате Европы штурмуют Ереванский помост. Все в порядке. Три зеленых огня и Оливия Дрзазга. Вполне пока что довольная своим подъемом. Давайте вот еще раз посмотрим на этом повторе. Здорово берет на грудь и вот в этот момент выталкивание. Оказывается там, где нужно. Сегодняшнее выступление Майрам было достойным. Это Ангелина Ломачинская. 95 килограммов. И третья попытка. На грудь без проблем. А вот здесь что? Держать нужно. Good lift. Да. Ангелина Ломачинская, Украина. Это было тяжеловато, да? Для Ломачинской. Но никто не упрекнет, что все эмоции были отданы этому подъему. Вот еще раз, да? Как здорово берет на грудь. Поднимается быстро. Но с груди, конечно, не без вопросов. Но это первый подход в этом движении. Дугу Алисии. 96 на штанге. Фирменный стиль подъема, так немного слоумо она справляется с весом, и вот здесь бы остановиться. Good lift, Duygu Alji, Turkey. Да, показывает, немного успокойся. Все хорошо.
Но вот опять-таки отметим резкость, да, насколько в уникальном темпе работает Дуйгу Алиси, и как, предположим, та же самая Ломачинская. Выполняла движение так хлестко, стремительно. Тангуен. И хорошо знакомая нам с вами ее история становления. Первый подход. Достаточно уверенно там представляет сборную Ирландии. И вот здесь вот сразу же съемка для оперативного разбора. Возможно, он потребуется. Смотрим. Вы знаете, я бы назвал этот подъем с запасом. Полуприсед берет на грудь Тангуен. Еще раз, мы на этом повторе посмотрим за подъемом. Ну и, конечно, фирменный настрой. Вот. Гуен берет достаточно уверенно, встает и хотелось бы большей стабильности. Ну, это Пеленцу Баяв. 96 килограммов. Не все получалось в рывке. Ну и 20 секунд на подъем. Законные. Подъем начат, все в порядке. Пробует подняться Пеленцу. Как же это было больно. Сама покидает помост Пеленцу Баяв. Но там проблемы с поясничным отделом. Что без травм здесь никуда, но... Все вроде бы в порядке. Подержалась она за спину. Сама испугалась, 21-летняя представительница Турции. Успокаивает, мне кажется, сама себя в первую очередь. Здесь очень тонкий психологический момент. Нужно здесь самой, в первую очередь, что называется, заземлиться для того, чтобы все было в порядке. Ну и успокоила тренера. На 97 килограммов. Там еще Моника Чинджерия заявлена на этот вес. Напомню, в рывке у нее совершенно ничего сегодня не получилось. К большому сожалению. Пеленцу Баяв. Это будет в случае успеха подъем вот этой хрупкой девушки. Имени ее. Здесь главное победить не штангу, а победить саму себя. Пробует подняться. И вот так все это заканчивается. Теряет сознание Пеленцу Баяв и...
Под аплодисменты Беленцов Бояв покидает помост. Джулия Империо, 98 килограммов. Помните, разговаривали мы о ее походке, о ее взгляде. Ну вот, собственно, 21-летняя спортсменка из Гроталии. Справляется с первой попыткой. Good lift, Julia Imperio, Italy. Аж на автона гривате. 98 kg on the bar also for Duygu Alushi, Turkey, second attempt. Один из лучших ее результатов, был 92 килограмма. На хапат разбитам, Юэн. В упражнении толчок двумя руками. Но сейчас... боролась как могла, и... но мы-то с вами хорошо понимаем, кто еще не появлялся. Элла Камбей. Все это время в разминочном зале. И все еще готовится только к первой попытке, а это Тан Гуен. 98. Был ли там дожим или нет, это, конечно, большое поле для дискуссий. Но предлагаю нам с вами в них не пускаться. Третья попытка. На грудь очень уверенно берет. Но вот здесь-то должно быть все в порядке. Вот здесь должно быть. И еще остаются силы для прыжков, для кульбитов. Тан Гуен. 98 килограммов. Радость. Ну, я думаю, что маленький день Святого Патрика обеспечен. Точно. В штабе ирландской сборной сегодня. Ну, а это... задайте, кто? Михаила Камбей. Первый подход 100 килограммов. Каково? Поднялась очень уверенно. И здесь как часы. Как будто механизм. Good lift, Михаила Валентина Камбей, Румыния. Работает за Михаила Камбей. Рекорд. 100 kg on platform also for Imperio Giulia, Italy. Ну и вот сейчас мы с вами наблюдаем за розыгрышем медального комплекта. Giulia Imperio оспаривает. Ну и традиционный, выжигающий абсолютно все взгляд. Вторая попытка, 100 килограммов. Только посмотреть. Поднимается уверенно, и вот сейчас момент истины.
Есть. Good lift, Julian Perry. Есть контакт. Кашнарца на гербаце. 101 kilograms on the bar, please, loaders, Julian. Но все-таки сразу вдогонку получает ценное указание от тренеров. И еще раз на повторе мы увидим этот подъем. Михаила Валентина Камбей, Румения, please get ready. Ну, Империя, автоматическая перезаявка на 101, сразу же 102. There is a change. А Камбей готовится подарить нам очередной рекорд. И именно сейчас будет решаться судьба медали. От итальянки Империо требуется только чистой отработки вот этого третьего подхода. Для того, чтобы оставить за собой шансы в случае возможного промаха Михаила Камбей. Я понимаю, что в это верится с трудом. Однако третья попытка. Джулио Империо. 102 килограмма. Ну что ж, с груди. Нет. Джулио Империо упускает третью попытку. 103 kilograms on the bar, please, loaders. Михаила Валентина Камбей, Румения, second attempt. Разогнала здорово и на грудь достаточно легко берет. Но вот здесь поторопилась. Откровенно поторопилась. Вот эти эмоции захлестнули ее. Ну, а это Михаила Валентина Камбей. Ну и, конечно, юной эту девушку не назовешь. В том плане, что настолько уверенно она выступает. Настолько здорово идет по дистанции. Ну вот вам, пожалуйста, хотели европейский рекорд? А вот и он. 103 килограмма, и это вторая попытка. Еще раз. Ни секунды не засиживаясь там внизу, с мощным выталкиванием. Валентина Михаила Камбейна Марту меня попохотю. Менее двух минут остается у Михаила Камбей. Для подъема. Даже без тренерской помощи сама она себя заряжает всеми возможными способами. Я думаю, что в эти моменты к этой тяжелой атлетке лучше не прикасаться и на всякий случай стоять подальше. Сто шесть килограммов. У нас уже есть новый рекорд Европы. Ну, собственно, за две минуты он может обновиться еще раз. Давайте посмотрим.
Здесь нет вопросов. Здесь остаются одни эмоции. Микаэла Валентина Камбей. Великолепие. Сказка. Все возможные эмоции и эпитеты. Это волшебство. Здесь не хватит слов. Это нужно видеть. И мы видим это с вами. Сразу 4 рекорда. Комплект наград. Ну а Тан Гуен, вы знаете, хочется отдельно поздравить. Мы с вами чуть ближе познакомились с этой ирландской тяжелоатлеткой. И, конечно, ее эмоции абсолютно бесценны. Вот еще раз посмакуем, ну и, конечно же, впереди хочется верить только положительные эмоции. Отдельно мы пожелаем здоровья Пеленцу Бояв. Надеюсь, что эта тяжелоатлетка совсем скоро восстановится. Thank you.